Привет всем! Меня зовут Алина Келлер, и я начинаю записывать свои влоги, потому что я смотрю, что сейчас это достаточно популярно стало. И я решила, что пора покупать камеру, купила, и сейчас вы от меня не отвяжете. Я решила начать записывать влоги с очень прикольного мероприятия, которое будет проходить завтра, 31 января, в Варшаве. Это будет Yves Saint Laurent. Крутая тусовка, которая проводится в разных городах. И я вот поеду от Латвии в Варшаву. И буду вам снимать все, что там будет происходить. Потому что хочется все-таки начать свой влог с чего-то такого очень крутого, грандиозного. А вы сами понимаете, Yves Saint Laurent — это бренд просто супер узнаваемый, супер крутой. Я вообще, если честно, не планировала никуда так выезжать, сюда летать во время своей беременности. Но так получается, что именно сейчас мне поступает большое количество предложений именно на дальние перелеты. Я не считаю Варшаву дальним перелетом, там лететь час-двадцать. Но вообще, в принципе, вот мне самой уже стало интересно, почему именно сейчас? Почему это было в прошлом году или как-то там... Ну, не в этот момент, когда я понимаю, что в перелетах нет ничего страшного, я узнавала у врача, и я консультировалась с другими девочками, все летают, все у всех хорошо, но так как я очень боюсь летать вообще сама, в принципе, особенно во время беременности, я не думаю, что я смогу как-то без стресса перенести это все действие. Конечно, приложение очень хорошее, но... Я решила, что я не буду ни рисковать своим здоровьем, ни рисковать здоровьем своего ребеночка. Думаю, что еще предложения будут такие хорошие, так что все еще впереди. Но вот до Варшавы долететь я все-таки решила, что да, я не буду отказывать, если что-то там ближе, так знаете, ну, не касаемо там каких-то очень дальних стран. То да, я, наверное, буду летать, но я сейчас посмотрю, как я вынесу этот перелет, а потом уже решу, захочу ли я куда-то полететь или нет. Но вообще там рекомендуется до 28-й, до 30-й недели летать, а дальше так уже so-so. Ну, в принципе, как я уже сказала, никуда не планировала и не планирую. Вот это будет единственный мой полет. Так что начинаем влог именно с этого. Сейчас я жду такси, собираюсь поехать в магазин Dippin' to the Blue, где я смогу подобрать себе красивое платье, потому что я знаю, что там всегда хороший выбор именно эксклюзивных нарядов, потому что, не знаю, какого-то Yves Saint Laurent платья у меня, естественно, нет, но там предоставлен выбор, я вот покажу, возьму с собой свою камеру и покажу вам, что там у них есть в магазине за ассортимент. Вот так вот. Так что начинаем путешествие в мою жизнь с этого влога. Как я добралась до магазина, вот он так выглядит. Находится он на Стрелнеку 1А. Сейчас будем выбирать мне наряд. Hello! Гостиница называется Интерконтиненталь. К сожалению, вид сегодня попортил туман. Я нахожусь на 29 этаже. Но вид, конечно, красивый, если бы не туман. Вот. Сегодня я здесь по случаю мероприятия Yves Saint Laurent, я уже говорила. Буду жить одна.
так как из Латвии я одна приехала. Что тут у нас есть? Ванна, душ. Да, буду сейчас собираться, готовиться к мероприятию. Покажу вам сегодняшний образ свой. Я надела из River Island такой комбинезон. Видите, у меня уже тут нормально пузо вылезло. А Gucci ремень новый. Бетловку Massimo Dutti и сапоги. Мне сделали макияж, и как всегда опаздываю. Камеру оставила мне. Так, ну мамасита вернулась в номер и безумно устала. Вы просто даже не можете представить, как. Такое у меня было платье из The Pinta de Blue. Бренд этого платья For Love and Lemons. Вот, посмотрите. Было прикольно. На самом деле, очень многие обратили внимание на это платье, потому что оно такое, знаете, здесь боди. Сейчас я, наверное, смою макияж и пойду спать. Всем доброе утро! Так, ну, я, походу, собрала все свои вещи. Будем выселяться. Спасибо за теплый прием, Yves Saint Laurent. И я надеюсь, что мы скоро увидимся. Сделали чекаут. Скоро у нас самолет, через 3 часа. Да, это скоро уже надо собираться, потому что таксисты, конечно, не особо знают дороги, поэтому надо уделить этому больше внимания. Так что увидимся в Риге. Пока! Вот так вот всегда, private bus. Только мы с девочками и никого больше. Ну что, вот кто опаздывает, тот так ездит, так сказать.